Мне приятно с вами сегодня встретиться уже здесь, в Минске, не в Абу-Даби, где очень душно и жарко. Я думаю, вы себя здесь комфортно чувствуете. Мы, в принципе, обсудили там, в Эмиратах, многие направления нашего сотрудничества. И я специально пригласил сегодня в Минск для того, чтобы более конкретно поговорить о работе вашей компании на территории Беларуси. Мы готовы с Эмиратами сотрудничать не только в сфере интересов вашей компании, но и гораздо шире, в сфере промышленности и сельского хозяйства. Для нас это важнейшее направление, кроме строительства. Поэтому мы можем обсудить сейчас те проекты, которые находятся в проработке, но откровенно вам скажу, что меня больше интересуют проекты и направленности вашей работы в реальном секторе экономики. Я знаю, вы очень продвинутая компания, очень известная не только в арабском мире, но и вообще на нашей планете, и сотрудничать с вами был бы хороший сигнал всему мировому сообществу, который занимается бизнесом, о нормальных условиях работы в Беларуси. Я знаю, что вы абы куда не ходите, как в Беларуси у нас кажут. Во время моего пребывания в Эмиратах и во время пребывания наследного принца здесь, в Беларуси, мне понравилось ряд идей, которые он высказал, в том числе одна из ваших идей, которые я хотел бы здесь обсудить. Ну и прежде чем мы перейдем к конкретным вопросам нашей повестки дня, я бы вас очень просил, передайте наследному принцу самые теплые, самые добрые мои пожелания шейху Мухаммеду, а также руководителю Дубая, шейху Мактуму, а также самые добрые мои пожелания, и я вас прошу, поблагодарите его за все то, что они сделали для меня и моих сопровождающих лиц во время пребывания в Эмиратах.